такие слова, как left, right, above, behind, front, below. Вы знаете эти слова на русском языке? Если нет, то смотрите это видео, и мы еще будем не только с вами изучать эти слова, но также выполним несколько полезных упражнений. Okay, guys, if you still don't know the words that I just mentioned, watch our video, because we are not going to learn the words, but do some useful exercises for you to remember. Итак, давайте посмотрим на доску. Посмотрите. Это у нас с вами... I don't know what's this. This is, okay, this is the thing. I don't remember how it will be in Russian. Okay, it's okay. Давайте посмотрим на рисунок. Справа. Справа means right. Слева. Слева means left. Впереди. Впереди means front. Сзади. Сзади means behind. Наверху. Наверху means above. Внизу. Внизу means below. Давайте сделаем небольшое упражнение. Let's do... an exercise, okay? Wait a second. Okay. Посмотрите. Это воздушный шар. This is a balloon. We are going to use it with the following words. Мы сейчас будем использовать этот шар и, точнее, вместе со всеми этими словами. Итак, где находится шар? Где он? Шар слева. Ой, извините, шар справа. Where is the balloon? The balloon is where it is. It's on the right. Справа. Справа. Где шар сейчас? Where is the balloon now? Шар слева. Слева. It's on the left. Где шар сейчас? Шар впереди. Where is it now? It's in front of me. Впереди. Где шар сейчас? It's above me. Он наверху. Шар наверху. Где сейчас шар? Шар внизу. The balloon is below. Где сейчас шар? Where is it now? It's behind me. Шар сзади. Сзади. Еще два слова. Do you know the difference between here and there? Look at the blackboard. Посмотрите на доску. Здесь. Means here, здесь. Шар здесь. Здесь. Там. Там means there. Где шар? Он там. Там. When you say there, там, it means that something is far. Right? I think you know it. Здесь, here means that something is far.
close to you. Давайте сделаем упражнение. У меня есть слова слева и... справа и слева. Их нужно соединить. I have the following words on the right side and on the left side. You should match these words. Вам нужно соединить. Итак, давайте посмотрим. Наверху, слева, там, впереди, справа, здесь, внизу и сзади. Этот рисунок поможет вам соединить слова. This picture with words will help you to match the words. Okay, let's do it together. Okay, наверху. Наверху, above. What is the opposite? Наверху. Внизу. Внизу is the opposite. Наверху, below, внизу. Наверху, sorry, above, внизу, below. The next. Слева, слева, left or on the left. Where is the opposite? Где противоположность? Справа, слева, right, справа, sorry, слева, left, справа, right. Там, there, where is the opposite? Рам-пам-пам. Здесь, right, здесь, там. Здесь, there, там, здесь, here. The next, впереди, in front, or front. Where is the opposite? Сзади, behind. Следующее, справа, right. Слева. Слева. Справа, слева. The next. Здесь, here. There will be. Там. Давайте дальше. Внизу, below. Наверху, above. And the last one. Сзади, behind. Спереди. Впереди. Впереди. Сзади. Впереди. Это все. Надеюсь, что вам стали более понятны все эти слова. И теперь вы легко сможете их использовать в своей речи, чтобы что-то объяснить кому-нибудь. Либо показать, где находится предмет. Или человек. I think, I hope that everything is clear for you, and you will use the following words in different situations where there is an instruction like you can explain where the thing is or where the person is. It will be very simple for you if you know the following words. Всем спасибо. Увидимся с вами на следующем занятии. Пока.